сохранились записи, которые покрыты пылью, которые года не слышал. Вот первые кассеты в рэпе были Beastie Boys, Sonic с Public Enemy, Wu-Tang Forever, Fat Boys. Потом Pink Floyd, Doors, классика, любимый всегда. Они дают психоделический заряд, не беда. Вырубаю магнитофон, старый добрый как сон. Теплый ламповый фон напоминает мне о прошлом времени, когда мотали ручкой экономив батарейки, чтобы заново послушать треки. Качает на узло, так как кружится, разрывает, стерится. Стереокассеты прошлого до сих пор.